Сегодня на русском радио в программе «С утра пораньше» очередной праздник. На этот раз праздник витража. У нас в гостях витражист Татьяна Цыра. Татьяна, здравствуйте. Здравствуйте. Я знаю, что вы принесли с собой какие-то работы интересные. Это маленькие витражи, которые мы делаем с детками на нашем мастер-классе. То есть это может быть и кит, и ангел, и бабочка, и петух. Все правильно? Да, все правильно. Что дает маленькому ребенку, маленькому человечку занятие вот витражами? Моторика, которую, скажем, дети через пальчики могут ощутить, что такое витраж, да, что такое стеклышки, соединить это. Ну и, наверное, развить какие-то свои в дальнейшем творческие наклонности, фантазию, воображение. Да. А взрослому человеку, мне кажется, это будет полезно в первую очередь тем, что это снимает какие-то стрессы. И, конечно, провести время со своим ребенком. Это самое главное.